Что ждет Россию, Украину и США в ближайшее время? Новые предсказания Пунит Нахата. Пунит Нахата из Индии довольно известен. К нему за советом обращаются бизнесмены из списка Forbes, звезды шоу-бизнеса. Он выступал на «Россия-1». Там продемонстрировали видео, снятые в 2017 году. Он говорил о том, что на людей сойдет страшная эпидемия, все люди закроются у себя и не выйдут на улицу без масок. Пророк рассказал, что люди победят эту заразу, но пройдет пара лет. После этого люди начнут враждовать. Будет военный конфликт, прольется много крови, России придется доказывать свою правоту и величие. Также он предсказал и землетрясение в Турции. Однако все это уже было. Появились и новые предсказания. Расцвет России. Пунит Нахата считает, что смысл любой проблемы не в том, чтобы принести горе, а в том, чтобы человек научился не совершать ошибки. Он прилетел специально из Индии, чтобы дать прогноз, составил натальную карту России. Прогноз обнадеживающий. Очень скоро окончится негативное влияние Раху на Россию. Осталось потерпеть чуть-чуть. Это произойдет в феврале 2024 года. Это очень важное событие для России. Значимость его мы пока не можем представить. Такого не было с момента образования России. Следующие 16 лет мы будем наблюдать высочайший темп роста 2024, 2025, 2026 год – это время, когда будут заложены основы всего этого. За эти 16 лет Россия станет примером для других стран, и это коснется и культурного развития. Но на данный момент события будут развиваться в негативном направлении. Декабрь, январь и февраль – отношения ухудшаются, США-Украина, с марта по июль следующего года отношения между нашей страной и Украиной улучшатся. С 2024 по 2026 год нормализуются и отношения с США. Ближайшие 10 лет после этого у России не будет вражды с какой-то страной. 2023 год должен быть самым трудным, но уже в 2024 году положение звезд будет таково, что поможет нашей стране реализоваться лучшим образом. В марте 2024 года или около того будет найдено решение конфликта. Природные катаклизмы. В ближайшие 10 лет новых эпидемий не будет. Самые серьезные природные бедствия придут в 2028 году. Где именно, он пока не знает. Но это вулканы, наводнения, возможные инциденты на атомных объектах. Прогноз для США и Украины. США – это страна, которая так сильна, что оказывает влияние на весь мир. Но с 2018 года дела у них идут плохо. Но США не хочет утрачивать свои позиции в мире. Но они утратят часть своей мощи. Нам будет нужна Америка в мире, в котором мы живем. Но если верить ведической астрологии, ее положение с конца 2023 года будет ухудшаться, особенно тяжелыми будут 2026, 2027, 2028 годы. Что касается Украины, ее положение ухудшается, и это продлится до 2029 года. Проблемы не только из-за конфликта с нашей страной, но и из-за США. С этой страной конфликт начнется в 2024 году, и до 2029 года в стране будет хаос. Нет хороших отношений ни с Россией, ни с США. Украина будет существовать, несмотря ни на что. В ближайшие 10-15 лет начнется всесторонний рост и в Индии, рост стремительный. Индия не была агрессивной страной и никогда такой не станет. О лекарстве от рака. Пунит считает, что высока вероятность того, что до 2030 года найдут лекарство от рака. Но как только это произойдет, появится новая болезнь. Она будет хуже рака. Не будет такого времени, когда у нас исчезнут все болезни, так как их основная причина – ментальные проблемы. В ближайшие 25 лет будут большие достижения.
В период с 2030 по 2070 год произойдут революционные изменения в области искусственного интеллекта во всех областях. В этом выпуске было много прогнозов от других предсказателей, но мы сосредоточились именно на предсказаниях Пунита Нахата. Передача завершилась его предсказаниями о России. Вы не можете себе представить и поверить в то, что будет в ближайшие 10-15 лет. Через 15 лет мы выпьем с вами шампанское. Я не пью, но ради этого я выпью. И тогда вы осознаете, какие чудеса творит ведическая астрология. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.